Пацаны, 13 декабря вышел новый режим. Называется он творческий режим. Так и называется. Потому что там нужно твое максимальное творчество и фантазия просто, чтобы от тебя перло. И давайте попробуем, потому что я ждал этот режим. Чик, ухо-хо-хо. Смотрите, как сразу изменился фон резко. Смотрите, оп. Такой зимний фон, вон там самолетик. Кстати, на самолетике еще не полетали, но полетаем, не беспокойтесь. Надо стримчик устроить в скором времени. И там уже полетаем. И смотрите, и сразу же переключаемся. Пау! Ну красота, красота. Играть. Начать, давай, давай. Подбор игроков. Загрузка материалов подключить. Это не будет как песочница? Потому что возможно, что реально... Будет сейчас ожидать песочница меня. Заходишь такой спокойно, хочешь там повеселиться в новом режиме, а тут песочница, бац, и все. Добро пожаловать в творческий режим. Вход на остров через золотой разлом. Так, вот он. Это радужный разлом, так друг. Смотри, почему так лагает? Можно так сказать. Так, смотрите, просто, это реально глобальный остров, они реально заморочились. Смотрите, как прикольно все сделали. А, дальше нельзя пройти. Ну ладно, давайте в золотой разлом, е-пау! Перемещение. Вау-хо-хо-хо-хо, классно. Создайте свой Fortnite, здесь сохраняются все ваши действия, спасибо. Давай, так. Ты немного за... Что? Изучите творческий инвентарь. Один, типа? Я нажимаю один. Окей, да. Ага. Я хочу изучить творческий инвентарь. Простите. Или мне надо сначала приземлиться? Все, давай. Один. Копировать, вырезать, полет, двойное нажатие, удалить. В смысле? Что? Давайте деревица поставим. Пау, 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 пау. Да это ж Майнкрафт, Фортнайте. Майнкрафт, Майнкрафт. Сажаем деревья. И у нас будет супер-дупер скиту. Дикую тусу просто построим сейчас. Если это все? Типа больше нету таких? Нет, есть. А что ты тогда не строишь? Реально, как в Майнкрафте летаем. Уаха! Что это? А, я наушники не надел. Сейчас все будет. Да? Спокойно. Сейчас все будет. Сейчас все будет.
Давай, давай, вот сюда, давай, опа. Ага. Ага, 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 ага. Красота. Сейчас, давайте, о. Будет колоритненько. Давайте пятое деревце, давай постройка нам в отдаленной части вот сюда. Так. Поставишься сюда? Почему сюда не ставишься? А куда ты хочешь поставиться? Ну, давай тебя. Чё ты никуда не ставишься? Поставься, пожалуйста. Вот. Ага. 2.00. Ладно. Так, посмотрим, что. Устройство. Ну надо, конечно же, для обороны турелей взять. 20 штук. Бах. Сойдет. Так, одну турель сюда. Вот на. Одну. Пойдем. Так, и сюда давайте на Y поставим наш самолет. Самолет. Вау, 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 вау! Что? Самолет. Вау. 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 Я не знаю, что это.
Зона рекуши. Как вы пытаетесь смотреть? Сначала я укажу всё. Вы заперёте, поэтому говорим, что это? Что? Да, что-то же нет. Мы будем управлять сейчас. Посмотри, да, конечно. Так. Ну, друзья, смотрите. Вот, если вы здесь поедете... Оу, ау, ау. Аккуратно. Аккуратно здесь едь. Да ладно, ты опять...